Пока Виктор Утоменко в администрации края докладывали о мерах профилактики в регионе для того, чтобы люди дольше жили, на улице у здания правительства барнаульцы могли измерить артериальное давление, узнать свой вес, уровень сахара и холестерина и получить направление, если есть проблемы. Подобных акций, в том числе выездных, в районы края становится все больше. Активно работают в центре медицинской профилактики. Врачи говорят, с трудом, но все же удается договориться с работодателями, чтобы обследовать сотрудников прямо на рабочих местах. Для работодателя никаких расходов на этот предмет нет. Необходима инициатива работодателя и желание заботиться о здоровье своих сотрудников. У Минздрава региона задачи амбициозные, да и государство требует охватить профилактическими осмотрами 60% населения. Есть и другие задачи у наших врачей – уменьшить потребление алкоголя, а мы, к сожалению, в стране одни из лидеров, приучить людей к здоровой пище, овощам и фруктам, и чтобы физкультура была за правило. Это все очень серьезно с точки зрения, что люди просто должны поменять модель своего поведения. Ну, каждый из нас на своем примере знает, а что такое отказаться? Если привык кружечку пива выпивать перед сном, да, попробуй откажись, к примеру. По итогу заседания правительство разработает план-график реализации в крае приоритетного федерального проекта формирования здорового образа жизни. В нем предполагается 5 направлений – от здорового питания до мер по снижению потребления табака и алкоголя. Только в таком случае, подчеркнул Томенко, можно будет добиться увеличения жизни в регионе в среднем до 78 и 80 лет. Татьяна Голубева, Павел Лауринин. Наши новости.